Семья Невровых в 2018 году приросла новым членом. В марте у родителей появилась еще одна малышка. Это семейный очаг, это взаимопонимание между нами, любовь, уважение. Хлопот прибавилось, но и поддержка чувствуется, говорит дважды мама. Согласно указу президента, родившие второго ребенка после 1 января 2018 года начали получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Обратиться за данной выплатой семья может при рождении второго ребенка до 6 месяцев его, то пенсионный фонд в этом случае назначает выплату с даты его рождения. В том случае, если семья обращается позже 6 месяцев с даты его рождения, то выплата назначается уже с момента обращения в пенсионный фонд. В Орловской области накануне Международного дня семьи уже третий год чествуют победителей регионального конкурса «Молодая семья». В этом году в трех номинациях определены 4 семьи-победительницы. Этот конкурс направлен на укрепление семьи, популяризации семейных ценностей, престижа семейной жизни. На чай к рио-губернатору Андрею Клычкову пригласили будущих финалистов российского конкурса. Орловские победители отправятся в столицу. Только дам тебе совет. Намекаю очень тонко. Не пора ли родить ребенка? Что ж, ребенка? Так ребенка. Не страшны мне и пеленки. Семья Чибисовых, в которой 6 детей, 2 из них приемные, одержали победу в номинации «Многодетная семья». Наряду с ними поздравления от руководства области принимала и чета Гришиных, воспитывающая 5 детей. В конце ноября прошлого года президентом была поставлена задача очень амбициозная, и многие ее обсуждают по сей день, десятилетие детства. И действительно, уже сейчас мы видим в майских указах, в послании президента были поставлены конкретные задачи для того, чтобы регионы могли подключиться, могли полноценно реализовывать эту общую задачу. Сергей, Наталья Борисенко и 2 их дочери стали лучшей сельской семьей, а Елена и Максим Незнамовы – молодой. Все участники регионального конкурса получили дипломы и подарки из рук врио-губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Мы на отчете правительства в Орловском областном совете народных депутатов поддержку молодых семей определили как одно из приоритетных направлений. В нашем регионе с начала года около 400 семей получили статус многодетных. А всего в Орловской области таких союзов свыше 6000. И с каждым годом число многодетных семей в Орловской области растет. Растет и поддержка. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Эдуард Чернаускас. Телеканал «Первый областной».